Ты что, не выспался? Не, всю ночь играл в Assassin's Creed 3 Liberation. Вы уже играли? Нет еще. Не. Нет, она мне не по карману. Ты что, совсем? Торренты для чего придумали? Скачивание с торрентов – воровство. Слушай, бобер, разработчики получают миллиарды, и от пары нелегальных копий им убытка не будет. Возможно, ты прав. Конечно, прав. Слушайте все, я предлагаю всем сегодня скачать игру и поиграть по сетке. Да! Да. Все, эти пираты мне надоели. Мы теряем миллионы долларов. Бен, скажи, где в последний раз загрузили нашу игру с торрента? Вот, Магнитогорск. Целых 6 человек одновременно загрузили игру с одного сайта. Угу. Значит, Магнитогорск. Готовь самолет и грузовик. Мы летим в Магнитогорск. И прикинь такой, у меня игра не пошла. У него и пошла — это разные вещи. Серый, твою мать, я же говорил. И мне он уже по скайпу позвонил и сказал. Да, на Андрюхином компе только скайп и идет. Я не могу до него дозвониться. Видимо, и скайп повис. Пацаны, ну как игра? Совесть не мучает? Даже не знаю. Сколько у меня платных лицензионных программ? Ноль! А сюжет? Фигня. Бобер, как тебя? Бобер, черт побери, какого ты не отвечаешь? Ты же из сети не вышел. Охренеть! Нет, ну какого хрена? Что за Ubisoft? Это компания, которая выпустила Assassin's Creed 3. Меня-то выпустите, у меня вообще игра не пошла. Ну ничего себе, он нищеброд, игра не пошла. Да над тобой даже водители ржут. Нищеброд, охренеть круто. Серый, я тебя предупреждал. Ау! Вы знаете, сколько денег отнимают у нас пираты? Да нам плевать. Бил? О боже мой, они... А нет, все нормально, он жив. Итак, продолжим. Вы все будете наказаны. Это все бобер. Что? Да я... О боже мой, они убили... А, окей. Это еще что за чувак? Я Скидро, и я забираю детей. Ну уж нет. О боже мой, они убили Андрея. Да блин. Бегите. Бежим! О господи, только Rock Brick студии тут не хватало. Что за Rock Brick? Студия, которая выпустила GTA. Стойте, кому говорят? А черт! Эх, опять. Знаете, сегодня мы многое поняли. Что ты? Понял, понял. Каждый думает, что если он скачает что-то с торрента, то ничего не будет. Но это выливается в миллионы потерянных денег. Ладно, я вижу, что вы усвоили урок. Ура!
Ну что, давайте поиграем в Assassin's Creed 4. Старенда? Спрашиваешь?